По традиции, в рамках IT-форума открылась специализированная выставка информационной технологии для всех. Здесь представлены передовые достижения в сфере электронного правительства, образования, здравоохранения, туризма, ЖКХ, культуры. На выставке хозяйничает робот Дед Мороз. А экспозиция в целом представляет собой гармоничное сочетание цифровых технологий и элементов северной природы. Так, в одном павильоне можно было увидеть, как школьники моделируют эмблему Югры и ставят ее на печать в 3D-принтере. А в другом – целую IT-поляну с северными животными в натуральную величину. Здесь представлены новейшие технологии в лесном хозяйстве. В честь Года экологии часть выставки посвящена новшествам в сфере природопользования и природоохранной деятельности. Тема сегодняшней выставки – это экология. Что такое экология для африканского континента? Что такое экология для всего мира? Это о том, что мы думаем о потомках, что мы оставим детям. Это самое главное. Мы должны беречь наш мир. Он настолько хрупный и очень приятно, что об этом думают и в Ханты-Мансийске, об этом думают в России. Я надеюсь, что это спасет наш мир.